Всем привет, бродяги! С вами я, сталкер-баннерщик, и это Will to Life. Сегодня будет небольшой обзор на магазин. Да, как вы все знаете, недавно, ну буквально пару-тройку дней назад, Will to Life появился внутриигровой магазин. До этого его не было, разработчики над ним работали, и вот он наконец появился. Ну и давайте немного предыстории. Да, раньше эта игра была платная, Will to Life в Steam. Ну, стоила она в среднем около 400 рублей. Иногда бывали скидки, можно было дешевле купить. Так вот, с недавних пор она стала бесплатной и доступ открыт для всех сталкеров. Но для тех, кто покупал ее в Steam, соответственно, немножко разработчики компенсировали. Дали на счет, вот смотрите, у меня 800 кредитов. 800 кредитов, ну, в принципе, посмотрим, хорошо это или нет, мы пока еще не знаем, так что мы откроем магазин, посмотрим цены и все остальное. Так, ну и, соответственно, появились вот такие менюшки, то есть сколько у вас кредитов, это, соответственно, реалы, так сказать, да, пополнить кредиты. Ну, давайте посмотрим, один к одному здесь, да, один к одному, то есть 10 кредитов это 10 рублей, 100 кредитов это 100 рублей, так как у меня 800 кредитов на счету сейчас. Это значит 800 рублей получается реала. Ну а игра, если стоила в среднем 400 рублей, то есть по факту в два раза компенсировали стоимость самой игры, которую ты когда-то заплатил на Steam. Ну что же, я думаю, неплохо. То есть могли же вообще ничего не компенсировать, но компенсировали. А ну, кстати, да, вот если 500 кредитов, то уже будет 475 рублей, а 1930. Ну да, конечно, небольшие скидки есть, и это, в принципе, радует. Вот такой курс. Ну, курс один к одному, не знаю, правильный он или нет, это все-таки решать не нам, а разработчикам. Ну ладно, курс мы посмотрели, 800 кредитов у нас на счету, плюс прем-аккаунт. О, прем-аккаунт можно купить. Один день 30 кредитов, 3 дня 85, 7 дней 200, 15 дней 430 и 30 дней 800. То есть я могу купить на 30 дней. Только я не знаю, зачем он мне пока нужен, поэтому покупать не будем. Давайте мы посмотрим, что у нас в магазине. Итак, у меня 10 уровень, охотник, и денег у меня, серебра, 1524. Ну вот магазинчик, давайте зайдем и посмотрим. Магазин очень даже неплохо сделали, внешне, визуально прям отлично. Мне все зашло прям вот просто понятно и красиво. А что тут у нас слева? Особые предложения, то есть премиум статус от 30, жетоны, 100 жетонов за 750, 100 тысяч жетонов, 6% скидкой, 4% скидка на 30 тысяч жетонов и 11% скидка на 200 тысяч жетонов. Но что самое интересное тут сделали, давайте откроем максимально, сколько, 200 жетонов. Вы же помните, мы посмотрели мой уровень, у меня 10 уровень. То есть не получится так создать персонажа, закачать игру и сразу на все задонатить. Нет, требования 20 уровень, то есть ты даже задонатить не можешь, чтобы не было дисбаланса в игре, пока не достигнешь определенного уровня. Да, ты можешь задонатить, но задонатить ты можешь чуть поменьше. Вот 15 уровень, вот видите, 100 тысяч. Я не смогу себе пополнить счет. У меня уровень не катит, значит я могу только 300 тысяч жетонов. Вот требование 10 уровень. 10 уровень у меня есть. Но по большому счету, вы же посмотрели, сколько у меня денег. 1500. Этих денег хватает за глаза, чтобы выживать. И постоянно они пополняются. То есть, да, то есть для 10 уровня, вот по крайней мере для меня, 30 тысяч внутриигровой валюты это очень-очень много. И вот тут как раз разделено по уровням, чтобы народ много не донатил. Ну не то, что много не донатил, я думаю, чтобы не было дисбаланса все-таки. Чтобы нельзя было прийти на первом уровне, зафиндюрить все. Но даже если ты задонатил бы много на первом уровне, ты же ничего не купишь по факту. Так как все вещи у нас, давайте начнем с оружия. Все вещи у нас разделены, то же самое оружие, по уровням. Требования, класс, старатель 15, 16 вернее, охотник 16. А у меня 10 уровень, то есть, видите, 16. То есть, ты даже если захочешь, ты ничего не сможешь использовать. Глок. Ну, глок я рано себе поздно куплю. Тут в основном продаются скины. То есть, оружие ты можешь купить в игре в самой. А тут в основном продаются скины на оружие. То есть, ну, понятное дело, с самим оружием, да? Вот, застава, допустим. Наемник 20 уровень. Тоже я купить не могу. Спас. Старатель 23 уровень. Ну, в принципе, неплохо смотрится. Только вот, единственное, непонятно, почему не крутится ствол. Ну, ладно, это, в принципе, мелочь.
И вот рассмотреть можно. О, SMG-90. Ну, тут инженер 25 тоже купить не могу. Я вот могу купить гром со временем, так как у меня класс охотник. 200 реала стоит 25 уровень. И вал мраморный тоже неплохой. 20 уровень наемника. Ладно. Застава это, конечно, хорошо. Как видите, разные скины тут по факту, да? Некоторые прикольно смотрятся. Красиво, красиво. Ну, это, конечно, любителя. Мне, допустим, нравится классический цвет оружия. Ну, в принципе, некоторые неплохо сделаны. Но вот зато тут есть винторез. О, вот винторез, вот это тоже вроде, да, в скине там. Покрытый за лентой, но вот это более приближенно к реальности. Вот такое я себе рано или поздно куплю. А мне всего лишь нужно охотника 20 уровень. Подумаешь, 10 уровней. И за 400 реала такой винтарь. Но зато он реально похож, да, настоящий такой испачканный какой-то, из-за ленты перемотанной тема. Ну, такой же освал есть. Наемник, про 20 уровень. Ну, тоже вот все виды оружия, в принципе, тут они есть, но перемотанные за лентой. Блин, тоже наемник, застава М70. Хотя винтарь, пушка классная. Гром, тоже охотник. Я могу два вида оружия купить. А гром перемотан у нас черный за лентой и синий так прям. Неплохо. Ну ладно, это оружие. А вот давайте еще посмотрим. Мародер. Блин, неплохо. Все-таки вот такой зеленый цвет такой. Ящер. Покраска. Ну тут разные скины, конечно, есть. Каждый сможет зайти посмотреть. Есть вот такие вот. Ну на любителя, да? На любителя. Ладно, оружие мы посмотрели. Что у нас тут еще? А, наборы. Краска для покраски. Открытие оружия. 75 стоит. Кредитов, да, кредиты они тут называются. По 100 есть. Банданы всякие. Джокер. 150. Ну да, тут в основном продаются скины. Их, в принципе, раньше можно было в Steam купить, да. Но это как дополнительно. Игра-то платная была, и можно было дополнительные скины, допустим, в Steam купить. А сейчас игра бесплатная, и магазин сделали в самой игре, что очень удобно. Понятно, тут краска в основном, ремнабор одежды. А что еще? Ну, жетоны мы уже смотрели, то есть... А, вот, 1000 жетонов есть, смотрите. Требования 5 уровень. Вот 1000 жетонов можно купить. Ну, по собственному опыту скажу, что 1000 жетонов для 5 уровня, это, блин, нормальные деньги. А тут уже 7 надо. Так, ну и что у нас еще есть в донатном магазине? По факту больше ничего, да? А, нет, есть новый паспорт. А, документ позволяет сменить имя своего персонажа за 350 кредитов. Ну и сертификат класса позволяет сменить класс своего персонажа за 1000 кредитов. Ну да, перекачивать не придется снова. То есть, допустим, докачался до какого-то определенного уровня. Хотел класс сменить. Купил сертификат. Дороговато, конечно. Но, может быть, оно того и стоит. Вот такой, в принципе, у нас донатный магазин. Очень даже неплохо. Ну, давайте попробуем что-то купить. Правильно? Проверим, как он работает. А, внешний вид отлично. Теперь хочу что-то купить. Так, о, магазин. Золотишко, наверное. Да, давайте купим. Вот, 30 тысяч внутриигровой валюты за 230 кредитов. Добавим в корзину. Вот 30 тысяч жетонов, 230, у меня на счету 800. После покупки все предметы будут добавлены в ваш инвентарь, учетной записи. Купить? Да, хочу, конечно. Покупка предметов. Спасибо за покупку предмет, добавлены в ваш инвентарь, учетной записи. Ага. Давайте зайдем в игру, наверное. Проверим. Появится на счету, когда мы зайдем в игру в саму. А вот мы где находимся. Так, понятно. Нет, на счету также у нас денег.
А где их забрать? Мои предметы. Нет, это торговля. А вот где забрать, я фиг его знает. В учетной записи. Куда-то они добавились. А куда? Нам надо их искать. Так, давайте выйдем в главное меню. Может, как-то активировать надо? Непонятно. Ладно, выходим назад. Сейчас мы разберемся. А может быть, в самом Стиме добавилось? Хотя нет, должно в игре купиться. Но я купил все. А, стоп, стоп, народ, народ. Там же было написано. Ну-ка, давайте, вот. Сейчас, подождите. Мы еще добавим, допустим, 30 жетонов. Нет, не в корзину. А где же там было пополнить? А, вот описание. Внимание! Кредиты зачисляются на счет не моментально. Это зависит от поступления товара в инвентарь Steam. Обычно это происходит в течение 1-30 минут после завершения покупки. Вот, вот, так что не паникуйте. А, нет, это кредиты. Это именно донат. А я купил за уже кредиты внутриигровую валюту. То есть, по идее, она должна быть у меня на счету. А сейчас мы разберемся. И по-любому поймем, что да как. Так, ну что, народ, я разобрался. Я понял, где что все находится. Короче, после покупки заходим в игру. Вот, смотрите, видите, появился такой, такая звездочка. Инвентарь учетной записи. Помните, нам написали, что вещи будут в инвентаре учетной записи. Открываем. Вот, для того, чтобы класть предметы сюда, необходим статус премиум. Используется как деньги. Я так понимаю, отпустить предмет, чтобы переместить его в инвентарь. Уверен, что хотите взять этот предмет из инвентаря учетной записи? Да. Все. И видите, у меня появились деньги на счету. Жетоны 30 тысяч. Вот, оказывается, где. Ну, я первый раз пополнял счет, поэтому да, в принципе, загвоздка возникла. Но мы с этим разобрались. То есть, не стесняемся, заходим вот сюда. Инвентарь учетной записи. И здесь у вас будут те деньги, которые вы купили. Ну и вот, на счету у меня теперь 31 тысяча. Этого мне хватит надолго-надолго. Ну, а так как сегодня был небольшой обзор именно магазина, поэтому выживать мы сегодня не будем. Но в скором времени мы вернемся в этот мир. На этом все. Всем до встречи. Всем пока.